Сейчас такой момент, когда еще не закончились кабачки и уже началась грибная пора. Предлагаю совместить грибы с кабачками и залить это все омлетом. Получается очень вкусно. Омлет – это один из самых вкусных и быстрых завтраков. И такой сытный омлет не исключение. Он вполне может зарядить энергией на весь рабочий день. А как приготовить такое блюдо, смотрите ниже. Кабачки нарежьте кубиками, обжарьте с луком и чесноком. Добавьте лесные грибы, предварительно отваренные. Обжаривайте все вместе минуты 3-4. Залейте все смесью молока с яйцами. Добавьте по вкусу соль и специи. Накройте крышкой и на маленьком огне доведите до готовности. Приятного аппетита!